Первые победы в войне с нелегальными киосками в Челябинске. За неделю в мегаполисе демонтировали 15 ларьков с фастфудом, кофе и мороженым. Они работали без разрешения и лицензии в районе Алого Поля. На этой неделе снос продолжится у теплотехнического института. При этом важно не только убрать нелегальные киоски, но и не допустить появления новых объектов, заявили сегодня в мэрии. Ну, вы понимаете, что никто дежурить около этих мест по ночам не дежурит, а ночью у нас... Бывает, что люди могут восстановить эти объекты. Но есть для этого служба демонтажа, есть правоохранительные органы, которые осуществляют контроль за этими объектами и за земельными участками. Эксперты считают, что решительные действия со стороны властей необходимы, если они хотят привести город в порядок. При этом предпринимателям придется переместиться в торговые центры и комплексы. Напомню, войну нелегальным киоскам неделю назад объявил Евгений Тефтелев. Мэр Челябинска поручил создать рабочую группу, которая ежедневно должна сообщать о результатах работы. Сразу же после этого были снесены ряд объектов на Алом Поле. Сейчас работы продолжаются.